Друзья, здравствуйте! Я сегодня планировала прямой эфир, прямо заранее объявила об этом, но с оговорочкой. Так оно и получилось. То есть у меня не получилось подключиться, и, очевидно, это дело во мне. То есть это не мой формат, мне не стоит даже пробовать больше. По-моему, не прошлым, а позапрошлым летом каким-то чудом я была в центре города, подключалась и... Ну, шутка маленечко была. Ну, в общем, не мой формат. Значит, я хотела просто пообщаться. Я думала, может быть, вот напрямую мне кто-то задаст вопросы, так как у нас идет недопонимание между мной и другими пользователями социальных сетей, да. И, ну, хотелось бы мне выслушать вопросы, где-то дать ответ, где-то порассуждать, что и почему. Потому что так ничего не понятно, видео на видео. Кстати, вот, когда 8 месяцев назад я прекратила, значит, освещать эту тему, ну, публично, да, то у меня более или менее что-то стало получаться, ну, по защите моей. Вот про это как бы я планировала сказать, невзирая на вопрос, про заявление. Потому что, ну, пишут, что вот Колесникович 5-й год пишет заявление, и ничего у нее не получается. Ну, как же не получается? Кстати, девочки, бутылочка у меня новогодняя, смотрите. Я же готовилась к эфиру. Ох, красивая. Ну, как же не получается? Конечно, получается. Непросто. Да, непросто, но я... Пишу снова и снова, и могу, я вам могу, конечно, показать, но этого не стану делать, у меня есть ответы положительные для меня, да, на 5 человек. Я же прошу указать, то есть установить личность вот этого человека, да, и мне предоставить все персональные данные для подачи в суд, вот, и на 5 человек у меня это все есть, да. И даже в каких-то моих коротких шутках, по-моему, я там замазывала, но это было видно, что там, значит, я получила то, что я хочу. Вы поймите, у меня же нет цели там, вот, строго вас наказать. Я где-то понимаю, что с вашей стороны тоже идет какое-то недопонимание. Поэтому и хотелось поговорить. Вот. Поэтому не нужно утверждать, что ничего не происходит. Если я это не обнародую, да, не показываю, ну, это статья, это статья Уголовного кодекса 137. Я человек моральный и законопослушный. Я не собираюсь нарушать. Значит, почему я проявилась спустя столько месяцев, да? Хотя вот летом на меня, значит, были... Ну, были провокации, и даже не провокации, снова были противоправные действия против меня, да, со стороны женщины из Москвы и со стороны Волгоградской области. Я же не стала ничего кричать, да, вот говорить что-то. Ну, а что говорить? Бесполезно. Я обратилась в правоохранительные органы, и да, по этим людям я тоже получила все, что мне нужно. Все, что мне нужно. И, ну, дальше уже с тем, что я получила и то, что мне было нужно, я работать буду, и, ну, вряд ли я буду это освещать. То, что касается вот конкретно меня, ну, я так предполагаю, что вам люди эти не говорят. Вам эти люди не говорят. Я тут немножечко рассказала на эмоциях, ну, тезисно, да, я так и планировала записать это видео, но смотрите, вы думаете, что до бесконечности человек терпелив? Ну, нет, так же не бывает. И, то есть, и те были противоправные действия очень серьезные, но как бы и опасные, но не настолько, насколько было вот крайнее, не крайнее видео, вот, на которое отреагировала я. Ну, вы считаете, что, ну, что я должна была? Замолчать и тем самым... значит, под преступление, под угрозы поставить свою семью, ну, мне кажется, ни одна женщина, да не только женщина, ни один человек так не поступит, не замолчит и не умолчит, то есть, да, а именно будет принимать меры, ну, соответственно, я их приняла, эти меры, поэтому... Ну, как-то голословно все. Я не знаю, может, вы как бы специально это говорите.
Чтобы что-то, я не понимаю. Значит, по колонистам вообще сейчас все очень просто, и откликаясь на обращение, да, Владимира Владимировича, можно очень даже легко понять, как их опознавать, как их вычислять, да, и очень просто даже списком подаете сейчас номера и, значит, по имейлу, и даже посредством СМС, и анонимно, значит, вот этот список, а лучше прикрепить ID, можно отправить, да, и дальше вас уже это не будет касаться, то есть, да, бюро информацию вашу воспримет и в рамках компетенции он вам так ответит, если вы не анонимно будете подавать, и будет работать по этим людям. И, конечно, это не придут к вам в тот же день, естественно, нужно время. Значит, опознавать этих людей очень легко, их два типа, есть боты и люди. То есть, ну, если вы очень захотите, вас ознакомить с этой инструкцией, я с ней знакома. То есть, как-то так, но сейчас настолько все на поверхности, что и без инструкции, мне кажется, все видно и понятно. Поэтому я вот от себя я хотела это сказать, но я хотела бы услышать какие-то претензии ко мне, да, на что-то бы мне указали, разумеется, наверное, где-то и с моей стороны есть неправильные шаги и поступки. Мы вот с женщиной разговаривали, да, перед тем, как мне, по-моему, закрыться, или я уже закрылась, немножко прошло времени, мы разговаривали, и она согласилась с тем, что да, наверное, и с ее стороны есть ошибки, она их может признать, и я могу признать, как человек взрослый, разумный, почему нет, все мы люди. Поэтому, друзья, ну, так хотелось, да. Дело в том, что, видите, здесь так все устроено в этих эфирах. Я бы могла поразбираться, да, как бы, ну, вот как с видео, да, поразбиралась бы, но не получилось, не получилось. А тут получается анонс, а потом ничего, как бы, не выходит у тебя. И, ну, мне этого не хочется, я чувствую какое-то, знаете, легкое неудобство за то, что причинила людям тоже, как вам сказать-то, не причинила смуту какую-то навела, да? Может быть, кто-то запланировал посмотреть. Ну, я не ожидала много людей, конечно, но думала, что несколько человек придет, и мы поговорим, как взрослые люди, интеллигентно, без оскорблений. Ну, на этом я с вами попрощаюсь. У нас прекрасная погода. Пойду прогуляюсь. Время сейчас еще только около 20. Ну, видео загружу. Всего вам хорошего. Еще раз меня извините за то, что у меня не получилось. Ну, то есть, знаете, работу по тому, что вот против меня совершаются какие-то противоправные действия, конечно, я проводить буду. И вы даже не сомневайтесь, что это получается, и у меня получается, и у других людей получается. Поэтому как-то так. Я с вами была сегодня очень откровенно и искренне. То есть я об этом не говорила никогда. Ну, вот почему-то думаю, что, ну, надо рассказать. Ничего в этом такого нет. Поделилась с вами, как есть. Кто-то же слушает, и как опыт это будет для людей. Всего доброго, до свидания. Берегите себя и своих близких.